красивая мелодия. Приветствую! Прошу, прошу! Тусент славится лучшими винами в мире, а я продаю лучшие вины в Тусенте! Покажи, что у тебя есть. Может, что-нибудь мне приглянется. Сыграем партию в гвинт? Приходил бы ли беда за покупками сюда?
расходитесь, расходитесь. Памятник Режинальду Деобре. Правда, скверно двустрел в этом году уродился. Проходите, пожалуйста. Свежесобранные травы, сушеные, истолченые. Все, что пожелаете. Посмотрим, что у тебя. Травы травами, а в гвинт сыграть не желаешь? Правда, скверно двустрел в этом году уродился. Thank you.
гости! Приветствую в универсальном магазине «Дюпон и сыновья». Удовлетворение гарантировано. Покажи, что там у тебя. Может, вместо лишних слов, а? Сыграем в гвинт. Лучших товаров не найдешь во всем Тусенте. Thank you.
нужны новые поножи? Или, может, перчатки? Что скажете, рыцарь? А что там у тебя? Может, сыграем в гвинт? Thank you.
Хорошо, что вы вернулись. Вытираете. А во время еды не чавкайте. Руками не ешьте. У вас ложка есть. И ножом в зубах не ковыряться. Что? А шучу я. Вижу, вы человек приличный. Добро пожаловать в Фазанерию. Лучшую таверну княжества. А чем сегодня у тебя кормят? Я понимаю, ты занята, но, может, партийку в гвинт? Милостивая княгиня, солнышко наше ясное!
На турнир можно еще записаться? Осталось свободное место для того, кто будет играть с Келлиге. Труд облагораживает, а лень делает счастливым. Ого, ведьмак! Наконец-то серьезный клиент. Что ищете? Жимолость? Лепестки генации? Как торговля? С деньгами все благополучно, но, между нами говоря, скучно до одури. Клиент едва вошел, а я уж знаю, что ему нужно. Лысому березового сока, дамам все мази и духи, которые предпочитает княгиня. Нет бы хоть кто-нибудь заказал яду. Покажи-ка мне свои запасы. Нет желания сыграть в гвинт? Thank you.
143-12. Здравствуйте, славный герой. Меня зовут Рафаэль де Сюрман. Я камерленьё княгини. Я Геральт. Что ты здесь делаешь? Плачу странствующим рыцарям. За что? Наши рыцари ездят по большакам, охраняя Тусент от разбойников и чудовищ. А потому разумно и справедливо, чтобы за труды свои они получали достойную плату. И если вам, сударь, удастся разбить какую-нибудь ганзу, спасти рыцаря или же освободить какого купца из рук головорезов, возвращайтесь ко мне и получите заслуженную награду. Мне вот интересно, откуда берутся деньги на эти выплаты? Из княжеской казны, разумеется. Ее милость княгиня Анна Генриетта очень ценит отвагу и самоотверженность. Это она постановила, что каждый рыцарь может получить плату... прошу прощения, получить финансовую компенсацию за поддержание спокойствия в границах княжества. Я бы взглянул на книги, которые ты продаешь. Не желаешь сыграть со мной в гвинт?
Тысяча чертей. Что за стиль? Сразу видно, северянин. Простите? Ну что тут прощать? Переодеться вам следует и побыстрее. Прошу в салон. Ну проходите, проходите, проходите. Ну ладно. Покажи, что у тебя есть. О, с превеликим удовольствием. Нет желания сыграть в гвинт?